Всем привет, привет, привет! А мы снова прогуливаемся. И сегодня я прогуливаюсь вместе со Снежной Королевой. Вот весь комплект я надела, сережки, браслет. И я уже даже передумала его переделывать. Как-то в этот раз мне зашло. В прошлый раз, когда я примерялась, хотела выйти в нем, мне показалось слишком ярко. А сегодня вроде так, ничего, нормально. Даже понравилось. Одета я сегодня вот так, платье в пол, косуха моя любимая. У нас сегодня прохладно, пасмурно, всего лишь навсего плюс 17 градусов. Но хорошая погода для сентября, для шведского сентября у нас. Ой, смотрите, какой граммофон стоит красивый. Хорошая погода для шведского сентября, главное, дождя нет. Но в воздухе витает нечто такое дождевое, но пока нет и хорошо. Нужно пользоваться моментом, нужно, как говорится, пресенте, подарок, настоящее. Вот и пользоваться ним нужно. Вот. А я хотела с вами вам рассказать немножко о моем испанском языке. Почему и как я его выучила. В общем, мне всегда нравились языки романской группы. Я всегда сходила с ума от итальянского языка, от французского. Но как-то испанский язык меня очень сильно не впечатлял в детстве. Вот. Я выучила французский язык, я собиралась в ИНЯС, но жизнь распорядилась по-другому. В общем, я туда не поступила, а со временем я его забыла. Читаю я хорошо. А вот понимать о том, о чем я читаю, я уже ничего не помню, ни одного слова, буквально несколько слов. Вот. Шли годы, девочка росла и доросла до, по-моему, до 12 лет, что ли. И в то время по всему миру у нас был новый Робертино Лоретти. О нем его показывали в утренней почте, о нем писали статьи в «Комсомолке», я помню, читала. Мексиканский мальчик, Луис Мигель. Вот, новый Робертино Лоретти. И вот, представляете, я купила себе, я в то время покупала журнал «Кругозор». Мне было лет 11-12, я не помню, сколько точно. Я покупала журнал «Кругозор», знаете, такой был с пластинками внутри. И вот там была его пластинка, две его песни. Ну, я ее заслушала до дыр. А потом он пропал. Ну, вот пропал, вот как будто бы его и не было. А потом было «Сан-Ремо». Сейчас уже не помню, 86, по-моему. Я же смотрела все «Сан-Ремо». И вот, представляете, выходит мальчик 15-летний, 16-летний, и поет песню «Рагацци ди оджи», которую написал для него Тото Кутуньо. И зовут этого мальчика Луис Мигель. И я же понимаю, что это вот тот Луис Мигель, который мне так нравился, как он поет, какие у него были хорошие песни. И вот, представляете, 86-й год Сан-Ремо, он спел и пропал. Пропал на многие годы, на очень многие годы. Я уже о нем и забыла. И вот представьте себе, где-то году так, не помню, 2000, наверное, 2008, 2007, не помню. Я готовилась, я училась в университете, я готовила какую-то, по-моему, курсовую я писала работу, ну, вот, по логистике. Ну, вот, и я сидела, выискивала, было очень мало материала, потому что я писала курсовую работу по системе Kanban. Их есть две системы похожих, Just in Time и Kanban. Kanban – это система логистики, которая используется на Toyota. Ее изобрел Тошидо Тойода. Ну, неважно. И, в общем, и я вот что-то там искала, и там же выходит какая-то реклама. И вот я вижу волшебные слова, написано «Луис Мигель». Я аж обалдела. В общем, полезла я. Я даже тогда не знала, что существует YouTube. Вот. А это был YouTube, какая-то реклама с YouTube. И я включаю. И я не понимаю, взрослый мужчина, красивый до ужаса, поет красивую, обалденную песню на испанском языке. Вот, и написано, что это Луис Мигель. Я, честно говоря, не знала, верить, не верить, тот ли это Луис Мигель, не тот. Этих Луис Мигелей, господи, это миллионы одна штука. Это очень популярное сочетание имен Луис Мигель. Ну, в общем, как оказалось, это все тот Луис Мигель, который с 11 лет на сцене, на сегодняшний день ему 51 год исполнился в этом году. И вот все это время
он на сцене, вот можете себе представить. Вот. Но в нашей стране о нем почему-то не знали. А мне же было интересно все-таки, как прошла его жизнь, что, как, где. Ну это же интересно, ну боже мой, ну нормальный, совершенно нормальный интерес. И вот представляете себе, он суперзвезда, он сверхпопулярен в Латинской Америке и в испаноязычных странах, также на юге Штатов, там, где говорят больше на испанском языке. Вот, а у нас здесь его никто не знает. Его даже не знали у нас в связи с Мирайей Керри, потому что они были одно время вместе, лет 5 или 6, они жили вместе, как раз вот на волне популярности, когда Мирайя Керри была очень популярна. И вот представляете себе, а у нас о нем никто ничего не знал. Он популярнейший певец, у него шикарный голос. Он поет прекраснейшие песни, латинские болеро. В общем, вы можете себе представить. Но ни одного слова по-русски в интернете о нем не было. Я пошла на сайт, там, где наши девочки общались. А наших девочек там было 5 или 6, которые его знали. И то одна из них из Болгарии, ну, она бывшая одесситка, жила в Болгарии. Вторая, Анна, она бывшая киевлянка, жила в Чикаго. Вот, одна девочка из Беларуси, я. И не помню, по-моему, все, вот 4 или 5, 4 человека было нас. Вот таких вот русскоязычных фанатов. Вот, ну, девочки кое-как понимали по-испански, ну а я же совсем новичок. И вот мне приходилось, если я отыскивала какое-то его новое интервью, да, вот там он давал в печатном виде, я могла через переводчик перевести. А если это интервью, так сказать, в голос, да, вот когда он просто с корреспондентом беседует, естественно, я же ни слова не понимала, ни слова. И тут случилось так, что, ну это где-то я его в ноябре, наверное, в октябре повстречала, вот, заинтересовалась. Вот, а 1 января вечером, это уже был, по-моему, 2008 год, я решила, что я буду изучать испанский язык. К тому времени я уже купила самоучитель, у меня были еще кое-какие книжки. Ну и вот я засела за изучение испанского языка. И вы знаете, пошло так как-то быстро, как-то так ненавязчиво. Я этот язык выучила сама буквально за год. Вот до состояния читать книги и говорить. Единственная сложность была вообще ни к чему, потому что очень много стран, в которых испанский язык – государственный язык. Каждая страна имеет свои диалекты, имеет свое произношение. И иногда очень сложно. Даже вот бывает в рамках одной страны, да, там север, юг, запад, восток, у них свои диалекты. А здесь представляете себе, какое количество стран в Южной Америке, ну вот, говорит по-испански. И в каждой стране мало того, что свои диалекты, так еще и каждая страна, каждая часть страны имеет свой диалект. В общем, поэтому каждый произносил по-своему, и было тяжело немножко ориентироваться. Но у Луиса Мигеля папа испанец, мама итальянка. Вот, он в детстве говорил на таком чистейшем кастильяно, такой чистейший испанский язык. Но так как он жил в Мексике, ну, рос, становился личностью в Мексике, и, соответственно, его язык тоже формировался в мексиканской среде. Естественно, он говорил с таким вот легким мексиканским акцентом, таким очень милым. Мне это нравилось. Вот так я выучила испанский язык. Мне все говорили: «Господи, да зачем оно тебе надо? Лучше бы ты английский выучила. Зачем вот это вот оно, вот этот вот испанский язык? Во-первых, он некрасивый». Я говорю: «Ну как же он некрасивый? Он такой красивый. Мне так нравится». Извините. Вот. А английский язык, у меня не лежит к нему душа. Вот не люблю я его. И поэтому я с английским языком я не в ладах. Вот. И даже я когда училась в университете, у нас был преподаватель английского языка. У него был профиль испанский и английский. Я ж по-английски не зуб ногой. Я его просила: «Ну, пожалуйста, примите у меня, я вам сдам по-испански. А вы мне поставите зачет, как будто бы я вам сдала по-английски». Но этот нехороший человек мне не принял. Дал нам какой-то кусок из Вильгельма Телля на английском языке переводить.
Ну и вот мы сидели с переводчиком, с бумажным переводчиком, со словарем, с переводчиком. И сидели, вот это вот все дело переводили, ну поставил, зачет поставил. Слава богу, у нас, ну, у нас же был не языковой вуз, а зачет не зачет. В общем, зачет я получила. Вот, вот такая вот история. А потом как-то так пошло. И испанский вошел в мою жизнь очень плотно, и уже много лет. Это мой, можно сказать, второй родной язык. Я думаю по-испански, я говорю по-испански, я пою песни на испанском языке, я спорю, там могу поругаться, могу оскорбить. Шутка, конечно, в испанском языке нет таких оскорблений, которые были бы не литературными. То есть все слова, которые плохие слова, вы можете услышать по телевизору от депутатов, от ведущих, от артистов. То есть это не такой вот противный мат, вот как у нас есть, да, в русском языке, который запрещен, и который, ну, запрещен в хорошем обществе. Ну вот. Ну, в общем, вот так у меня сложилось с испанским языком. И самое интересное, я всю жизнь хотела овладеть итальянским. Мне жутко нравится итальянский язык. У меня есть самоучитель, у меня есть много учебников. Я уже несколько раз заседала за итальянский язык. Ну вот, ну не поверите, ну вот не идет. Ну не идет и все. А вот испанский пошел, и я очень довольна. И я очень довольна и рада. Вот. Но да потом, когда я уехала в Испанию, моя подруга, она мне говорила, ну вот видишь, если нам Бог что-то дает, значит это нам нужно в жизни. Вот, видишь, говорит, не знала бы языка, не имела бы возможности поменять свою жизнь вот таким вот образом. Ну, в общем, вот так. Все, ребят, еще раз показываю вам мои красивые бусы. Я завязала вот такой узелок, он, правда, немножко тяжелый, да? И немножко у меня вот эту часть бус подтянул под шею. Видите, как у меня кольцо красивое? Я вообще красавица сегодня с кольцом. Вот, и прям иду и балдею, они мне так нравятся. Слушайте, я их, конечно, когда получу тросик, я их, конечно, переделаю, но я их оставлю в таком же виде. Я просто поменяю те бусины, которые мне здесь не нравятся. Там есть какие-то бусины, которые не совсем. Я их поменяю на другие и буду носить с удовольствием. Все, я уже их полюбила. Я уже их полюбила. И браслет немножко переделаю, он большеват. Хотя, сейчас я вам покажу, как он смотрится, да, вот на руке. Очень даже неплохо. Ну вот вниз. Очень даже неплохо, даже несмотря на то, что он великоват. Ну все, ребята. Я, как обычно, коротенький доклад на полчасика на два, да, или там насколько не помню было. Вот хотела коротенько, а растянулась надолго. Все, всем желаю всего самого-самого хорошего. Всех обнимаю, всех целую. Всем чао.